Да-да-да, правильно. Вот, вот она, вот. Я ее давно приметила, хорошую. Let's do it, let's do it. Мы же чуть-чуть. Так еще 11 нет. Так давайте вообще ворвемся. Музон включим вовсю. А, как чуть что так? Ай, блин. Пришли в суши-бар, Барракуда называется. Заказ сделали суш в Барракуде. Завтра мы будем праздновать день рождения племянника. Мы решили отметить это событие именно сушами, потому что у нас племянник их очень-очень любит. Забрали заказ суш и купили открытки, что мы готовы уже. А, еще нам торт надо, да? Да. За тортом пойдем еще. С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя! Вот он твой торт. С праздником тебя! Мы сегодня празднуем день рождения племянника и, в общем, гуляем. А у нас здесь привезли технику. У нас такая жара, хотя на улице не так много градусов показывает, но очень жарко. Такой класс. Черным хлебушком отдают. Вкусненький. Женя, ты? Нормально. Вроде не искусственный.
сегодня идем на фильм. Как называется, ты не помнишь? Первый мститель, что-то там. Или мстители. Мы уже сходили в кинотеатр. Тебе понравился фильм? Да, очень понравился. Особенно маленьким муравьишкам. Да. Мы, кстати, не видели этот фильм и хотим прийти домой посмотреть его. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем на рынок. Захотелось рыбки, нам хотим посмотреть рыбку, потому что таранку здесь, по крайней мере, в Ступино не продают. Продают вобла, да, или как называется? Корюшка. Не, корюшка вкусная рыба, но она не таранка, это однозначно. И вот эта вобла также не таранка. В общем, невкусная. Была бы таранка, было бы круче. Кстати, в Воронеже продают такую рыбу, таранку, а здесь почему-то нет. Ура! Ура!